есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Наши скорби и страдания, не отврати своих очей от нашей скорби и страдания. Царица неба и земли, скорбящих утешений, грешников немли, в тебе надежда и спасение, в тебе надежда и спасение, царица неба и земли, в тебе надежда и спасение. Спаси, Господи. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лавровские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Валерий Ступаченко, иерей Илья Васильев и музыкант Александр Андреев. Вот такая у нас сегодня собралась компания.
Мы всех поздравляем с праздником Светлой Пасхи, так как пасхальные дни идут. Вот, и необычная у нас сегодня встреча. Мы с радостью встречаем вот Валеру Ступаченко, который многим известен по коллективу «Поющие гитары», особенно такому старшему поколению. Ну и молодые слушают этот коллектив. Ну, меня, как ведущего передачи, как музыканта и как священника, конечно, в первую очередь, интересует, Валера, как ты вот пришел к Богу, к вере, к церкви, через какие ты прошел мытарство, может, потому что у нас ничего просто так не бывает. Мы же дети вот этого советского времени. Как ты прошел эти медные трубы? Как обратился к Богу? Вот интересно послушать рассказ. Ну, думаю, не только мне, но и нашим зрителям. Ну, как сказать о том, что как это произошло, необычно просто. Пел. Скакал. Тело скакало, душа плакала, но я этого не понимал. Наверное, с болезни началось, с того, что Господь остановил вот эту популярность, которая была в «Поющих гитарах», работать по 3-2 концерта в день. И до 1974 года, потому что сон нарушился, нужно было как-то восстанавливаться, и попал какой-то в секту я саморегуляции. Там худеть надо, там что-то очищать, там катарсисом заниматься. Вот. Угу. Второе скакание было. Угу. Ну, как помысл, метание, знаете, да. В голове бегают, как обезьяны. Ну, вот так и я скакал везде. То туда, то сюда. Пока вот так шли по улице с друзьями, среди них оказался Валера его зовут. Впоследствии это Валерий Швецов, который стал священником, мне сказал: а ты в храм-то, ты крещенный или нет? Я говорю: крещенный, конечно, я сказал так. А в храм можешь пойти исповедаться и причаститься? Я говорю: могу. Когда? Он говорит: да завтра. И пошли на следующий день в Князь Владимирский собор. Я захожу в собор, стоят трое ребят, переживают, у иконы знамени Божьей Матери там есть. Иди, вот там отец вышел на исповедь, подойди к нему. Оказался это отец Михаил Сечейко. Да. И когда он вышел, говорил проповедь, я уже ничего, я сразу все понял, как я жил, как Змей Горыныч, в общем, что нужно все изменить, и как же я мог так жить вообще. Он такой проповедник оказался, подошел к нему, моя очередь настала. И ничего не мог говорить. Плакал просто, вот слезы лились. Он меня обнял и говорит: крещенный, но не просвещенный. Mm-hmm. Душа плакала, а тело скакало. Я ему рассказал, что в ансамбле так все. Я ничего не сказал. Он мне говорил. Я сказал: я каюсь во всем. Я понял о смысле жизни. Вот как очи открылись. Mm-hmm. И стал ходить в храм. Вот. К отцу Василию попал, в леснику. У него был Спасо-Пазарском храме. На рукоположение меня хотели отправить в 92-м году в Кострому. Но по уставу, по канонам не положено было. Хотели как так. Угу. К отцу Александру в Кострому. Знаете, сейчас епископ казахстанский. Да. Я знаю. Ну вот. Ну и так мне не положено. Я так стал в алтаре служить. Потом перешел к отцу Николаю. Теперь он архимандрит Нектарий в Лавре служит. Mm-hmm. Петра и Павла храм, там был алтарником. Mm-hmm. И так по сей день я алтарник. И так продолжаю такое служение. Только теперь уже в другом храме у сына. Вот он сидит перед вами. Спасибо. Отец Илья, который в свое время тоже в храме Петра и Павла пришли. Я еще не был тогда особо так... Ну, воцерковлен все равно. Так понравилось, двое ребят стоят, как бы так, среди них сын, и они как-то... Два сына
И вот они стоят, и думаю, их же надо вот в алтарь вести. Uh-huh. И отцу Николаю говорю, можно вот двух ребят-то? Uh-huh. Ну, вот они вошли в алтарь, служили, и отец Илья стал теперь мой сын старший. Спасибо, Господи. А вот это мне очень интересует. Я сам музыкант, и прошел тоже школу такую. Вот этот момент, когда вы обратились к Богу, когда вошли в алтарь, а та музыка, которой вы занимались, она стала вам как-то... Вот что произошло у вас? Вы стали ее отрицать полностью? Или... Дело в том, что я совершенно... Когда в 92-м году отец Василий отправил меня к Кострому на рукоположение, как бы не получилось это, вернулся назад, он мне сказал, здравствуй, Парголовска, похвало, не отчаивайся. Побудь здесь. Но отец Николай меня пригласил в алтарь. Угу. Я стал в алтаре служить 3 года, никакой музыки, ничего. Все, как ушел со сцены, да, и вдруг звонок Гриши Клемица, музыканта с поющей гитары, говорит, мы решили восстановить ансамбль поющей гитары. Угу. А я был в строгом таком смирении, подчинении у отца Николая. Я говорю, сначала обойтись к нему, если он благословит, угу, я возвращусь. Ну и вот, звонит ему, звонит опять назад, снова клеймится и говорит, отец Николай дал добро. Говорит, это ансамбль, не столько светлое все, и да, почему не возвратиться? Я так вот начал работать и в алтаре служить. Были времена, когда из каждого окна можно было услышать поющие гитары, да? Такие времена. По всей нашей стране. А вот эти вот медные трубы, как вы прошли, что-то влияло? Были какие-то падения, какие-то кризисы душевные, духовные? Вот, вот болезнь, бессонница наступила. Да. Это как бы вот как гром грянул первый mm-hmm. звоночек, mm-hmm. а и я сразу, мне да, никто не сказал, в храм надо сходить. Да, я да. такой первый человек, который... кривился на сцене, танцевал. Это 68-й год. Можете себе представить? Да, да. Меня в Кремле, в Кремлевском дворце, я спрашивал у художественного руководителя, можно мне делать все, что я делаю? Присядку танцевал, смуглянки. Угу. Вот. Он говорит, делай все, что делай. Потом я выхожу после концерта, за кулисы приходит Петров, глава этого зала, и говорит, кто тут где, который плясал-то на сцене? Раз за кулисы-то убежал. И этому Тимофееву, художественному руководителю, дали по шапке. А он ко мне, как ты смог? Я говорю, я же вас спросил разрешение. Вы мне разрешили. А что вы уже да, без благословения вот, все да, заранее да, уже делали. Да, да, да. Это правильно. Ну, еще можно что-то спеть? Вот какая следующая песня у вас? Игумене Таисе, вот в свое время я так, вот первую песню, которую я спел, и вот сейчас, которую спою, у меня один раз я, ну, молитву утреннюю читал, потом духовную литературу, открывай журнал «Юность», а там 2 молитвы, вот которую первую песню спел я, «Царица неба и земля России». «Юность», это да. какого года-то? Ой, это ж 95-м я mm-hmm. это... Уже, нет, уже... нет, обнаружил я раньше, а в 95-м сочинил, как ага. бы так, да. Наверное, 70 какой-то такой, угу. или 84-й, 84-й год, когда я, 5-й, когда я в храм стал ходить. Угу. И мне это попало, я читал молитвы, читал, читал, потом вот родились эти песни. И одна из них на игумене Таисе, на слова игумене Таисе. Давайте послушаем. Как хорошо в твоем храме, владычица, как сладко душе и светло, свободно, спокойно в нем каждому дышится, на сердце легко и тепло. Словно сама ты, о Мати Всепетая, сама ты здесь с нами стоишь. Любовью матерней к людям согретая, на всех
всех состраданием глядишь, и лик твой божественной славой сияющей безмолвно вещает сердцам. Придите, молитесь о мне, вам внимающей. Я всем, всем отраду подам. Молитесь, убогие, бедные, сирые, ведь я для вас мать и покров. Молитесь вы, сего мира счастливые, познайте всем счастье, любовь. Молитесь вы, грехом отягченные, давно я молитв ваших жду. Покаяние слезой орошенные услышу я их и приму. Молись и ты, старчество дряхлое, хилое, молись и ты, юноси цвет. Молитесь вы, малолеточки милые, я всех вас покрою от бед. О, милосердная мать и пречистая, безмерна твоя к нам любовь. Ты нам заступница в скорбях пребыстрая, ты наша мать и покров. О, не оставишь нас, мать и любимая, молиться тебе вразуми. С верою теплой к тебе возносимые моления грешных прими. О, не оставишь нас, мать и любимая, о, не оставишь нас, мать и все. Я открою секрет нашим зрителям, что мы впервые играем песни без репетиций. Но они сразу ложатся на душу, да? Потому что это нам близкое, родное, все русское, простое. Где просто, там ангел соста, да? Так же говорят. И, значит, вы вернулись, поющие гитары. И у вас было уже другое ощущение, да? Того, что происходит. Да, мне еще отец Николай сказал, только с условием с одним, что он будет хотя бы одну духовную песню петь. Ага. А и мне говорят, хоть две сказали. Ага. Только лишь бы был. И я пел «Не слышно песен о России», такую песню. Ага. Потом вот одну отца Николая, гимн православия. Красивая в изысканном стиле, воинствующая на земле, церковь для душ спасения, преграда девятой волне. Дальше. Матушка Славая. Матушка Славая, да.
Не захлестнет те души, что ищут спасение в тебе. Ни грязь, ни учение людское, вкусивших познание во зле. Вот пел, так пел на сцене. Тишина была в зале такая, что, как говорили зрители, приходили, спасибо вам за такую песню. Муха летала, слышно, и потом в зале вставали: «Валера Ступачен, спаси тебя, Господи!» Оказывается, все там православные, да, сидели? Здорово. Русские, значит, православные. Вот хотелось бы отцу Илье задать вопросы. Как вам живется с таким отцом? Да, слава Богу. Господь действительно, вот Валерий Павлович сказал, когда в алтарь мы стояли так скромно, в храме я никогда даже не помышлял о том, что могу оказаться там за алтарной преградой, такая ответственность. И вот действительно, я помню, так решительно подошел ко мне: «Пойдем». Да, и я никогда не забуду, как я готовился к первому чтению, например, часов перед Божественной литургией 3-6 часа, как долго отрабатывал, дома читал вслух. Ну вот потихонечку, милости Божией, конечно, вот это вот то духовное, духовное то, что в жизни появилось, и оно, собственно говоря, и тоже перевернуло всю жизнь. И несмотря на то, что и дальше, до этого я работал тоже в светских структурах и строительством занимался, но вот эта лампадка, которая в сердце зажглась, ее уже загасить было невозможно. В итоге я оказался в семинарии. В итоге мы с вами, отец Анатолий, на очередах вместе служили. На одном курсе были. На одном курсе, да. Отца Сафрония с благодарностью вспоминаем до сих пор. Да, и вот так, конечно, это все и определило в итоге то, что теперь я священником. И вместе, милостью Божией, опять же, так получилось, с семьей вместе и служим в одном храме. А сейчас вот какой храм у вас? А сейчас... Настоятель храма, да? Да, сейчас меня назначил владыка Владимир. Такое послушание серьезное дали. Мы пытаемся продолжить дело строительства храма у Пискаревского мемориального кладбища. О, это очень нужное дело. Там, да, храм нужен. В общем, это традиция строительства храмов на местах захоронений, тем более сражений. Это исконно русская традиция, православная традиция. Mm-hmm. Вот, и несмотря на то, что у нас, в общем, сейчас, ну, слава Богу, достаточно много храмов строится, да, и в спальных районах, тем не менее, вот это место остается пока еще без храма. Очень бы хотелось просто прийти туда, ну, где-то помолиться, где-то, да, поучаствовать в молебне, литургию отстоять, да? Да. Помянуть, ну, тех, кто погиб в годы Отечественной войны. И особенно в Петербурге, это блокада. Это там и же есть, да, это мемориал, это крупнейшее в мире кладбище. Там покоится около 500 000 людей, которые положили свои души. Это и воины, это и женщины, дети, которые погибли от голода, от холода в одни блокады. Там стоит маленькая часовенка, которую в свое время, 10 лет назад, приходу уже 20 лет, даже четверть века практически, вот юридически. В 92-м году был создан приход благословения еще владыки Анна Сначева. И вот с тех пор вот это дело строительства в силу разных обстоятельств, но пока еще вот очень много препятствий каких-то. Промысел Божий совершается, мы не знаем, конечно, как, но, по крайней мере, вот надеемся, что сейчас как-то, может быть, новое такое... Я думаю, что откликнутся люди, и Господь благословит это, ваши труды, да, мы всем миром. Думаем, это была бы радость для всего города, да, для, да, питерцев, да, такое место святое. Мамаем курган, есть храм, везде есть, да, а тут без, просто... Да. Ну, стоит маленькая часовня, когда мы вот, я дела принял, так сказать, познакомились с Валерием Павловичем, все вспоминаем сейчас часто, как мы в марте, это был март месяц, холодно, снег лежит, в часовне нет электричества, мы вдвоем с Кадилом совершали там панихиду, начали, да, и первая, конечно, мысль, которая пришла, что невозможно строить храм без служения литургии. Если нет евхаристической общины, то... И вот тогда мы приняли решение, просто арендовали помещение рядышком, mm-hmm, устроили домовый храм и начали служить. Правильно. И вот эта лампадка Евхаристии зажглась. И вы знаете, слава Богу, Господь приводит людей, приходит, когда вот пенсионеры, ветераны, бабушки приходят и говорят: спасибо за то, что мы имеем возможность к вам вот теперь в храм сюда приходить. Вот чувствуешь, что служим не просто так. Валера, мы вчера с тобой созванивались, и мы долго смеялись, когда... Но
Я говорю, какую песню, может быть, спеть песню, которую, ну, все знают. А ты говоришь, да меня так уже все называют. Смотрите, он в синий иней пошел, в синий иней. Вот. Шурика из операции. Можешь ты вот что-то сейчас спеть нам, как раз вот эту песню, да, «Синий иней». Могу, конечно. Синий-синий иней лег на провода, в небе темно-синим синяя звезда. Только в небе темно-синим синий поезд мчится ночью голубой. Не за синей птицей еду за тобою, за тобою, как за синей птицей. Ищу я лишь ее мечту мою, и лишь она одна мне нужна. Ты ветер знаешь все, ты скажешь, где она, где она. И снега несутся синие назад, только покунутся в синие глаза. Лишь твои глаза мне окунутся. Скажешь, где она, где она. Пусть не вечен и не пусть сойдут снега, над рекою синей встретимся тогда. Над рекою встретимся мы синей. Облака качнутся, поплывут назад, только покунутся в синие глаза. Лишь твои глаза мне окунутся. О-о-о-о. Лишь твои глаза мне окунутся. О-о-о-о. Лишь твои глаза мне окунутся. Спасибо, Господи. Как в старые добрые времена. Дорогие братья и сестры, на этом наша передача подошла к концу. До скорых встреч в эфире. С нами был Валерий Ступаченко. Спасибо, Господи. Спасибо. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Христос воскресе. Воистину воскресе.